на конкурс дети читают стихи Муковнина Юлия, 6 лет, Стаевский филиал Заворонежского детского сада Тамбовской области Мичуринского района. Обелиск. Автор Борис Павлович Манаенков. Стайба на самом видном месте, на кубе из бетонных плит, как символ доблести и чести солдатский памятник стоит. Герои, где они зарыты, где их оставила война? Читаем мы на скорбных плитах, нам дорогие имена. Шли похоронены в начале войны, и шли они в конце. Их в редкий дом не получали, а павших мужа или отца, а братья, дочери и сыны, любимых, ласковых, родных. Как вспомнишь их, и сердце стынет, и бьется гордостью за них. Ушло без смерти столько близких, за жизнь, за нас отдать себя. И мы приходим к обелиску, и восхищаясь и скорбя.